ну, соблюдать не полностью. Нельзя есть свинину, то другое. Апостол Павел как называет таких людей? Кому я причиняю? Не помню. Определенно, бесом. Бесом. Учение бесовское, запрещающее кушать пищу, то, что Бог сотворил. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно. Я восхищаюсь со своей молитвой. Запрещающее вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Послание к Тимофею. Считаем. Нам, конечно, это странно, да, но как это не так, никак. Сейчас прям? Мир уже стоит. А где обитает? А кто тебя повезет-то? Михаил. С какой стороны? Она уехала? Самый святый выезжающий. Нет. Миллиарды. Вот он я. Таким мужчинам. Когда ты уезжаешь? Сейчас. Нет, мы заедем, не поедем. 50 минут, 50 минут. У него 90% Для нас ее нельзя, вреда можно. А по Библии, поэтому за это нельзя ее вреда. Жвачка есть, копыта не раздвоены. Два условия должны быть. Для рыбы чешуя, больше ничего нет. А для птиц по названию. Название. Коршу, ясно, то перечисляете. И из насекомых. Акрит. Акрит это саранчи. Сушеный. Странно. Неужели я краситель жевал? Получается так. Где-то же объясняется, что это орехи. Еще, братья, благословите. Богом. Богом. Поехала. Поехала. Давай. Прорвалась ты ко мне. Благодарю вас за все. О. Простите, извините. С Богом. Давай. Если чем обидела, словом, делом, помышлением. Мы помним, с чем ты приезжала. Всех простите. Я же приехал аккуратно. Все, братья, с Богом, сестры, с Богом. С Богом. За кваску. Что, уезжаешь, что ли? Нет. А юст? Нет, у меня еще не готово дать кофе. Так, я тебе дал, ты экономно перекачаешь. Мне нужно время, я не знаю, когда. Ну, сейчас время, ты займись. Сейчас займусь. Я уже начал сгружать. Займусь. Ну тогда я ушел. 2 минуты банку не знаю. Не знаю, это может быть час минимум. Нет, не ну, может быть, 5, да. Ну, полчаса хотя бы. Ну сделай ты, что стоишь? Так, снимаю, кто бы снимать. Да. Ну в смысле? Ну поехали тогда. Ну да нет, ну давай. Лена, я к себе? Да. Полчаса. Кто-нибудь поснимайте. За Галина забирает. За Галина, да.